постоянно отключают свет, постоянно. Вот сколько лет мы здесь живем, вот эти проблемы со светом. Но... Житель проезда Лихачева в Альфа-Арабийском районе Шымкента жалуется на постоянные перебои с электричеством. Горожане устали обивать пороги кабинетов чиновников и закидывать письмами ответственных лиц. Включать в связи, вот проводят работы по замену столбов, проводов. Ну, мы даже рады, что нам это проводят, потому что столько лет постоянно жалуемся, что нет света, нам отключают. 24 числа начались вот эти отключения. Естественно, у нас тут все потекло, все холодильники, все это портится. Сейчас в 7, в 9 часу или утра отключат, или в 9, а без 15, без 10, 7. Вечера включают, а уроки делают в 7 часов еще светловато, светло же, вот. А потом-то уже в 7 часов включат. По словам энергетиков, с момента начала работ по замене электросетей по инвестиционной программе действительно прошло почти 3 месяца. Хотя работы планировалось завершить в кратчайшие сроки. Свои коррективы внесла непогода и майские праздники. Приносим свои извинения за временное неудобство. Без отключения электроэнергии проводить эти работы невозможно, так как все-таки опасные факторы, опасно для жизни наших работников работать на неотключенной линии. Как уверяют энергетики, работы по замене старых электросетей будут завершены до конца этой недели. Горожан просят запастись терпением. Бахром Абдуллаев, Талгат Абдинабиев, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании «Утрар».